Добрый день, друзья. Только что выпустил небольшой шот вот с этим изделием. Это диск АВП. Вот как он выглядит. Здесь я показываю все достаточно подробно. Это доработанное изделие. Многие уже приобрели первую партию таких дисков АВП. Вот, но мы пошли дальше и уже оформили это изделие окончательно. Сделали вот такой вот для него футлярчик удобный для эбонита, который можно возить. Вот он закрывается. Он сделан на магнитах. Вот закрылся он. Вот так он выглядит. Он хорошо отшлифован. И внутри есть специальные окошки выфрезерованы для того, чтобы, скажем, после использования вот такой диск уложить. Вот я сейчас попробую одной рукой сделать. Здесь специально для цепочки укладываете вот все это таким вот образом. Очень удобно сделано. Вот все уложил я. Вот укладываете диск. И закрываете его. То есть вот такой диск получается. Вот вы берете его с собой. Он не пачкается, ничего. Вот, и в любом месте вы можете открыть и приготовить себе или вкусную полезную воду. Вот, вставив, соответственно, вот эти вот изделия, совместив их определенным образом. То есть вот это вот проходит через отверстие. Ну, я одной рукой попробую сделать, но попытаюсь это сделать. Вот. И, соответственно, получаете вот такое вот такое сборе изделия, которое можно использовать для того, чтобы приготавливать. Вот я одной рукой сделал. Получился вот такой вот диск ОВП, мы его назвали. Вот, и его использовать следующим образом. То есть, если вы готовите горячий напиток, вот, а его можно использовать как и для холодных, так и для горячих водных сред. То есть, когда вы завариваете вот этим какой-то, или чай, или кофе даже, вот кофе получается очень вкусный, или отвар трав делаете, то есть, чашечку бросили траву, и потом опускаете туда этот диск. И вот заварка вот этого всего, она по времени значительно сокращается. То есть диск, он что делает? Значит, во-первых, он активно реагирует с водой. То есть металл вот этот очень активный. Он, причем он пищевой, то есть он не вредный для человека. И в то же время он способствует разложению воды. То есть получается OH и H. То есть получается водород, который снижает вот это вот значение так называемого ОВП. Почему мы его назвали ОВП-диск? Вот, он понижает водородный потенциал воды, ОВП, вот, до минусовых значений. То есть, если вы будете использовать для горячей воды, то это будет около минус 300 милливольт. А вот наша жидкость внутри организма, она заряжена отрицательно, имеет потенциал минус 80 где-то в среднем милливольт. И, соответственно, если вы такую водичку будете пить, причем горячую, да, то есть вот многие говорят, что очень вредно пить горячую воду. Вот. В данном случае мы эту проблему решаем вот этим диском. То есть вы пьете горячую воду, кто любит чай пить, и получаете воду, которая очень хорошо усваивается организмом. Плюс вы максимально извлекаете из того, что вы завариваете, полезные вещества. То есть заварка, например, чая или травы идет совершенно по другой схеме. То есть появляется, ну, скажем, OH. Вы знаете, что многие раньше добавляли чуть-чуть щепотку соды, например, при заварке чая, и чай получался крепчайший. Вот здесь то же самое происходит, только без добавления соды. Вот. И плюс, значит, вы получаете минусовой ОВП. То есть заварка очень хорошая, вкусный чай, изумительный.
Вот, и плюс, значит, минусовое ВПН. То есть, это вот вы выпили, и она очень хорошо усвоилась. Вот это хорошо для отваров трав делать. Можно в холодную делать. То есть, вы должны в ступке истолочь то, что вы завариваете. Вот, используя этот диск уже в холодной воде. Подчеркиваю, в холодной воде вы получаете, соответственно, отвар. Холодный, так называемый, холодная экстракция. Вот, но должна такая быть очень... хорошо размолотая субстанция. То есть это в ступке делается. Покупаете в ступке, приобретаете. Вот на Алиэкспресс они продаются. Вот. И плюс диск вот такой вот. Вы холодным экстрагированием занимаетесь. Вот. Очень быстро все это дело извлекается. Вот. Ну, буквально где-то за 5 минут вы получаете отвар травы. Вот. Или же вы это все завариваете в горячей воде. Плюс используя этот диск. То есть вы улучшаете... исправляете воду. Вот. И можно использовать для исправления воды любой. То есть взяли какую-то воду, вот, которая, ну, скажем так, не того качества, которое необходимо. И, соответственно, вы используете вот этот диск для того, чтобы эту воду исправить. Вот. Его можно приобрести у меня. Выпущена партия таких дисков. Пишите мне на почту. И через некоторое время я вам этот диск отправлю. Вот. Очень полезное в хозяйстве изделие. Значит, чистить его можно. То есть он со временем будет немножко окисляться. Вот. Вы покупаете лимонную кислоту, чайная ложка где-то на 100 мл. Вот. И опускаете, желательно теплая вода должна быть, где-то градусов, ну, 30-40. Опускаете, идет шипение такое, вот, и диск полностью очищается, он становится таким же полированным, как вы видите вот на этом самом, у меня в этом видео. То есть такой же. И вот я уже пользуюсь не один месяц этим диском. Это первый, как бы, пробный вариант у меня есть. Вот, я весь чай, все, что я завариваю, обрабатываю этим диском. Чувствую себя прекрасно. Вот. И, соответственно, вода очень хорошо усваивается. Это очень полезно тем, кто в возрасте, у кого усвоение воды плохое. Использование этого диска я рекомендую в обязательном порядке. То есть вы будете получать достаточно воды, которая будет усваиваться организмом, потому что там процесс усвоения осложнены. И, соответственно, этот диск вам решит эту проблему. Спасибо за внимание. До новых встреч. Голосуйте за мой канал, подписывайтесь на него, ну и голосуйте за ролик. Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо за внимание, до новых встреч.